привет, это Настя Максимова и Иван Шоу. Нет, не так. Всем привет, это Настя Максимова и Иван Шоу. Буквально неделю назад мы подобрали список песен, так скажем, вирусных песен. И дали вам шанс проголосовать. За ту песню, которая вас в течение всего года преследовала буквально отовсюду. Она звучала на радио, на телевидении, в машине, на работе. Ее пели ваши знакомые, друзья, может быть, даже дети. Это та песня, которая была абсолютно отовсюду. Ну и вот в рейтинге этих голосов победила песня «Ленинград» Лабутена. Теперь же мы вам предлагаем... Экспонат вообще-то. На Лабутенах? Экспонат, она называется. Ну, в общем, экспонат на Лабутенах. Пришло время потанцевать, и именно под эту песню, которую вы выбрали, отправляйте нам ролики на радио Север-ФМ ВКонтакте. Да, сейчас здесь на экране должна появиться ссылка. Ну, мы не знаем, где точно она должна появиться, но вот где-то в этой окружности. Окружности. Да. В этом прямоугольнике. Присылайте нам видео. Мы объявим 30 декабря в вечернем эфире с 8 до 9. И мы выберем лучшего и подарим вам. И подарим вам планшет. Да, планшет, кстати, ништяк. И танцуй 2016. Впереди хэштег. Погнали! Вот-вот, танцуйте, товарищи! О, как холодно! А еще почему, варианты. Почему я в костюме покемона?